Всем доброе утро. Жду присоединения недолго. Всем-всем привет. Всем привет. Сегодня у нас тема будет марафона «Корсет 4.0». Расскажу, что за марафон. То есть для тех, кто вступил, то есть тоже будет более подробная информация, такая, так сказать, вступительная. Спасибо. Кто уже есть в марафоне «Корсет», поставьте плюсики, кто уже внутри. Старт у нас совсем скоро, поэтому добавляю более широкую информацию. Старт у нас 1 июля. С добрым утром. С добрым утром, птенчики, кто жаворонки. Совы посмотрят в записи. Сегодня у нас эфир пройдет немного в другом формате. Окей. Не как обычно с говорящей головой, а в презентации. Я приготовила презентацию, чтобы более наглядно было. Спасибо. На самом деле вещи базовые, они могут служить несколько лет. Этому платье уже года два. И долго-долго не одеваешь, потом раз, и как будто новинка. Так, давайте перейдем к презентациям. Жду тоже обратной связи, надеюсь, вам понравится, как я его приготовила. Так, про... Это не рассказала, ну ладно, чуть потом, в конце. Марафон «Корсет 4.0». Что же это такое? Внутри, в «Корсет», у нас в марафоне входит три курса. Три курса это... Немножко тут будет подзатормаживать, но окей. Три курса. 14, 13 и 24. Сколько платьев нужно шить для участия? Для участия понадобится всего одно платье к концу срока, то есть это к 1 сентября нужно будет прислать фотографии одного корсетного платья. Неважно, свадебное это платье, вечернее платье, сшитое на машинке или на руках. То есть разницы нет. Главное, пришлите корсет. Немножко расскажу про каждый корсет, чем они друг друга отличаются. 14 курс – это корсет с V-вырезом. Сборка полностью вручную. И сборка, и декорирование, соответственно. 13 курс – это корсет с отрезными чашками. Сборка тоже полностью вручную. То есть нет ни единой машинной строчки. А вот 24 курс у нас идет как раз пошив на машинке. Но не обязательно шить просто из ткани. Точно так же можно брать за основу эту конструкцию и декорировать уже, допустим, смешивая с другим курсом. То есть знания из всех трех курсов можно вложить в один, в одно ваше платье. Вручную или на машинке. Кому как удобно. Кто-то боится машинку, кто-то просто ее не любит, как я. Я не особо люблю машинку, поэтому мне проще шить километровый шлейф вручную, нежели достать машинку и прострочить. Но так я люблю, вот ручница. Кто-то, наоборот, любит больше машинку, и он не понимает, как можно так долго копошиться с ручными работами. И все пытается даже декор под машинку, то есть подставить. Поэтому здесь выбирайте сами. Я не буду там принижать того, кто на машинке шьет, или наоборот того, кто только вручную шьет. То есть это тому, это насколько вам комфортно, так вы и выбираете. Да, вы можете сшить основу на машинке, а продекорировать уже полностью вручную. Такие подзаторможенности. Перейдем к первому курсу. Это корсет с V-вырезом. Здесь идет у меня совмещение уже нескольких оттенков кружева, то есть, точнее, разных даже дизайнов из разных цветовых подгрупп. То есть это светлое пастельное и темное пастельное. Их очень аккуратно нужно совмещать. Это опасное такое довольно соединение. Если вы будете идти в разноброс, то есть не
распределяя зоны размещения, то может получиться большая каша. На что нужно обратить внимание здесь? На то, что если вы берете посторонний какой-то оттенок, другой цвет, то в процентном соотношении больше 30% этого цвета быть не может. То есть если будет 50 на 50, допустим, 50% светлого, 50% темного, это уже не будет смотреться никак. То есть это будет как ошибка смотреться. Где же можно размещать эту зону? Это может быть либо верхняя зона, да, а по корсету только верхняя чашка. Либо это может быть в центре распыления, как, допустим, у нас в четвертом курсе идет на черном, идет фисташка. Либо это идет заполнение только по низу. То есть, допустим, платье черное, а низ у него идет из белого кружева полностью заполнен, там, допустим, как в технике джель, гжель. То есть это понятно. Поставьте сердечко, если понятно. Говорю, немного закрывает комментариями. Ну, то есть 70% заполнения должно быть основного цвета. Под основной цвет, соответственно, и подбирается фатин. Если у вас чашечки вверху пастельные, розовые, фисташковые, неважно, серебро, то фатин и низ уже не выбираем этого цвета, чтобы не получилось пчелка, то есть вот этими арбузными линиями, чтобы не получалось у нас. Чем же усилить корсет? Помимо того, что мы выбираем кружево, один или два или три вида разновидности кружева ткань основы, то есть все сочетающие, для усиления понадобится нам еще вышивка, то есть ручная вышивка, то, что мы делаем руками. Это может быть межзаполнение между кружевом, то есть мы работаем между кружевом, либо это рисующие фрагменты получается из этого кружева, неважно. Но чтобы усилить, чтобы удорожить вид, можно использовать бусины 2, 3, 4, 5, 6, 8 миллиметров. Это могут быть кристаллы тоже всех размеров и кристаллы разных форм. Чем выше платье, то есть выше уровень платья, тем обильнее вышивка. То есть, если вы не хотите расшивать сверху донизу вышивкой, то есть у вас нет либо материально не заложено в бюджет, либо просто времени нет столько много, то выбираем верхнюю зону, то есть рабочую зону платья. То есть это грудь, шея, то есть рабочая зона платья туда, где в первую очередь падает глаз. Можно разместить процентов 10 от всей площади вышивки. Но она, опять же, не обязательно. Бывает кружево очень обильно расшито, и дополнять ничем уже не нужно. Особое внимание хотелось бы уделить уровню сеточки и какой стоит материал. Материал стоит сеточка для вышивки, то есть она не деформируется, она сложена вдвое, соответственно, край никак не обрабатывается, и вот этот треугольничек, он используется, он тянется немного, но не деформируется, вот в чем суть. Фатин, либо корсетная сетка туда не подходит, то есть нужна эластичная сетка, которая не деформируется. Какой же уровень? Просто очень часто есть такая ошибка, что либо вы завышаете линию размещение этого вот треугольничка, либо занижаете. Красными линиями отмечена линия, где не должна заканчиваться сетка. Зеленым – это тот уровень, где возможно расположение этой сетки. Зона зеленая – это уровень бюстгальтера, то есть уровень, где мог бы проходить бюстгальтер. Зона, где уже удержит эта сетка корсет и не развалится. То есть нижняя красная, если вы сделаете сильно внизу этот треугольничек, то корсет, соответственно, развалится, так как грудь не удержится, и он
карточный домик рассыпется. Если верхнюю зону возьмете линии размещения, то получится корсет как-то не V-вырез, а немного такой плавная линия, некрасивая. Получится, все равно его видно, и зону лучше в нужной зоне размещать. То есть, если сильно завышена будет, она тоже сильно сплющит, так как это бугорки, все это будет видно неровно, в общем, некрасиво. Как же размещать кружево по юбке? Мы пользуемся симметричным и асимметричным кружевом. Кто уже в курсе, что это за кружево, то есть более вам знакомо. Можно ли совмещать асимметричное кружево с симметричным? Да, можно совмещать. Красным цветом идут контуры размещения симметричного кружева, зеленым асимметричного. Если у вас идет и то, у каждого кружева вы располагаете соответствие его подгруппы, то есть смешиваете. Симметрию ведете как симметрию конусом, асимметрию аркой. Что такое арка? Асимметричные линии мы ведем по диагонали, и когда они заканчиваются, то есть общую линию они создают в виде арки. Вы все время слышите, но никогда не видите визуально, поэтому я хотела наглядно вам показать. Почему вы видите две зеленые линии? Это верхняя зеленая линия, это минимум, какой может выходить на юбку. То есть, если у вас мало кружева, либо вы не хотите много времени тратить на декорирование юбки, то вы можете заполнить 15% всего по юбке. Но это тоже должно быть в виде арки. То есть самое короткое место может быть 5 сантиметров, самое длинное может быть там 20 сантиметров. Но оно должно быть. Если у вас нет кружева совсем на юбке, то очерчивать верх и низ нужно ремешком. Ремешком, пояском, чем угодно, но должно быть отделение, как будто это бы два разных изделия, то есть корсет и отдельно юбка. Но если это вид платья, то есть минимум 15% должно быть. Если по максимуму, то это может быть 70%, 60% по юбке. До конца стелить кружево до самого низа, в общем-то, не стоит. Это утяжелит, это увеличит расход и так далее. Красная зона – это зона мальчика, так я так называю. Конус – это мальчик красный, да, он в виде конуса направляется. Почему? Потому что симметричные фрагменты, они у нас идут крупными, встречными, конусовидными, прям вот целым рапортом можно закладывать, то есть целый раппорт можно вести как ось по переду, по боковым и по спинке. И уже между осями располагать асимметричные, то есть делать такую некую связку. Либо с симметричного кружева, если мы делим пару пополам, то она тоже автоматически становится асимметрией. И такие уже фрагменты, уже отделенные, можно использовать между этими столбами, в общем-то. Удобно ли смотреть? Девочки, дайте, пожалуйста, обратную связь. Все ли удобно? Нравится ли вам в виде трансляции, презентации? Поставьте плюсики, пожалуйста. Я пока посмотрю, нет ли русских комментариев, потому что иностранцы, видимо, еще не уснули, они все тут. Расходы. Примерные расходы на подобное платье. Мне было достаточно 1 метра кружева темного, да, темный пастельный. Вверху достаточно половинки раппорта мне было. Ну, то есть раппорт в целом 4-5 раппортов на платье, этого достаточно. То есть вот метры и более. Спасибо. По основе, если это фатин, спасибо, девочки, если это фатин, то среднее количество метров это 21 без учета шлейфа. Почему 21? Откуда эту цифру я взяла? Прозрачность юбок достигается после 10 слоя фатина, то есть перестает видно быть ноги, трусики и так далее.
если вы хотите меньше чуть расход сделать, то минимум все равно должно быть где-то 6-8 слоев фатина. И то при учете того, что верхняя часть юбки полностью задекорирована, линия бикини закрыта. То есть вы будете убеждены, что трусиков видно не будет. При этом можно сократить чуть количество слоев. Но средняя пышность идет за счет 10 слоев фатина. Чем пышнее вы хотите делать, тем, соответственно, больше слоев и больше именно солнца. Потому что здесь, допустим, в нижних слоях уже идет полусолнце, и пышность будет средняя. Здесь она как-то на фотографии более плоско, но лучше делать чуть пышнее, чем здесь. Если нужно платье со шлейфом, в 14 курсе как раз идет крой именно шлейфа метрового, то понадобится 24 уже метра фатина. 20 сантиметров сеточки для вышивки, то есть либо для лифа, это идет у нас вот как раз на треугольничек. Следующий курс – это курс номер 13. Это с отрезными чашечками. Здесь чем отличается 14 курс от 13-го? В 14 курсе у нас идет совмещение двух кружев разных по оттенкам. В 13 же курсе идет один цвет, но 4 дизайна кружева. Здесь разные дизайны кружева, за счет этого идет сложность. Здесь есть и симметрия, и асимметрия, и тонкие рисующие, и заполняющие, и фоновый подхолст, то есть это фоновый подхолст, это может быть шантили. То же самое здесь по заполнению юбки. Идет либо 15% арочка или конус, либо 70%, то есть заполнение в этом промежутке это верное заполнение. То есть 80% заполнения юбки тоже некрасиво, а меньше 15%, то есть это тоже лысовато будет смотреться. Наглядно показать. Так, отключить комментарии я, наверное, уже не смогу. Как все время вы слышите рисующие симметричные, асимметричные, но не видите, как это, да? Верхняя картинка кружева – это симметрия. Как раз вы видите встречные фрагменты между собой. Таких кружев на рынке чуть меньше симметричных, больше всего такой подгруппы, как асимметрия и флористическая. То есть это самая широкая подгруппа из имеющихся. Внизу как раз у меня идет асимметричное кружево, но даже у меня на картинке располагается по манекену по диагонали, потому что вертикально вид у него сразу меняется, то есть это не очень хорошо. Привет, Оля. Здесь у нас идет фоновый подхолст, это шантилье. Шантилье может хватить и метр. Если вы делаете узкую юбку со шлейфом, то можно брать прям купон 3 метра, и будет красиво. То есть полностью под основу не только корсета, но и юбки можно брать шантилья. Тонкие веточки, которые на втором внизу кубике, это самые мои любимые элементы, которые прям очень тонкие, очень длинные ветки. Ими отрисовать и выровнять границы можно где угодно, хоть в рисующей зоне, то есть на зоне выреза, хоть на отстреливающие такие диагонали, чтобы выровнять тоже талию, чтобы она смотрелась уже. Также такие веточки очень хорошо, красиво подойдут и по юбке, потому что рисующая зона здесь отзеркаливает и на юбке. То есть там тонкие тоже будут красиво смотреться. Если их нет, не страшно, но если они есть, это просто подарок судьбе, можно так сказать. То есть это вот что-то из разряда идеального для рисования. Так. Вот еще раз схему покажу, что если вам кажется, что мы располагаем кружева хаотичные, у этого нет порядка, то порядок у этого, у размещения кружева всегда есть. Вы можете его не заметить, когда не знаете, да, про его существование, но он всегда есть. Красная зона – это зона размещения
асимметрия, зеленая асимметрия. То есть асимметрия зеленой линии – это всегда диагонали, а красным – это всегда симметрия, и она идет вертикально. Вот чем она отличается. Красные симметричные фрагменты, то есть куски, они являются осями. Это как ствол дерева, а зелень – это как ветки его. Так же, как в природе, ствол стоит вертикально, а ветки его находятся по диагонали. Как в природе, так и здесь. Такая же точно схема. По корсету то же самое. Диагонали идут по вдоль ребер, таким образом делая фигуру уже, то есть делая талию уже. И отстреливающие уже ромбообразные идут в обратную сторону, чтобы тоже не было ассоциации забора. Здесь мы идем ромбообразным скрещиванием. Под основу. Что может быть основой? Чаще всего в наших курсах вы увидите, что под основой стоит у нас фатин. Но вместо фатина может быть также шантилья. Шантилью подходит в основном под какие-то узкие юбки, подструящиеся, то есть не пышные, потому что шантиль не кроится по солнцу, так как ей чуть не хватает длины, да, поэтому можно встретить либо в сборке, либо только в узких. Так, дети кричат. Привезли всех детей, они теперь кричат во дворе, ужас. Так, сетки с напылением. Это может быть и просто бусинки, и вот такие вот квадратики, допустим, да, сеточки. Это тоже может быть основой, то есть первым слоем. Либо сеточки с бусинками. Зачем они нужны, да? Кто любит более минималистичный вот такой вид, не хочет кружева, то... По юбке, допустим, можно пустить бусинки и кружево не добавлять. Вот в чем суть, что это пошив гораздо быстрее и не будет у вас какой-то простое полотно без ничего. То есть бусинка всегда даст изюминку. И тонкое малозаполняющее кружево, оно стоит внизу. Это кружево, где мало заполнения, оно полупрозрачное и практически настолько прозрачное с пайетками, что идет чуть ли не как сетка. То есть не как кружево, а ближе к сетке находится. Вот я показала сеточку, это нижний кубик, и верхний может быть еще атлас. Как использовать атлас в юбках? То есть с корсетом тоже можно сочетать атлас. На атлас можно декорировать кружево. Юбка тоже может быть из атласа. Как же поступать в этом случае с кружевом? Можно, конечно, декорировать по самому атласу. Я так делала. Но лучше будет смотреться, если первым слоем идет один слой фатина, он задекорирован, вторым слоем идет как раз атлас. И под атласом уже... На подъюбнике идут опять фатиновые слои для того, чтобы поднять юбку. Либо не добавлять их, чтобы юбка была такая более тяжелая, опущенная, и просто хвостом тянулась. Это тоже будет дорого смотреться. Атлас – это история про дорого. Так как это смотрится тяжелее, соответственно, это смотрится дороже. Ну так ассоциация идет с атласом. Сеточку я вам тоже показала. Сеточка — это могут быть и точки просто, и звездочки, все что угодно. И органза внизу — это у нас органза. Органзу можно использовать как основу, но при этом если у вас идет кружево, то больно там рисующих не наукладываешь, потому что она может стрельнуть, подать вот какую-то линию. Здесь уже
если юбку с органзы делать или из рукавов, то минимализировать прям вышивку. То есть вышивка может быть только поверху, здесь уже может быть драпировка органзой, юбка с органзы и поясочек, и все. То есть органза сократит расход кружева, вот так скажем, потому что она объемная и за счет своих фалд будет тянуть платье вот за счет красивых форм и блеска. Как основу также можно использовать шантили. Узкое шантили можно тоже использовать как декорирующую часть. Ее можно пускать по юбке, по рукавам. У кого на что горазд? Внизу у нас фатин на картинке, если кто не видит. Так. И третий курс. Этот курс 24. Он идет у нас на машинке. Расход по материалам, если ткань основы брать, атлас, стрейч, шантили, да, то это где-то 2,5-3 метра. На поролончик можно будет взять либо чашки, либо поролончик шить. То есть самостоятельно, в уроках тоже это есть, как шить чашки на машинке. Как снимаются лекала, будет ли построение и тому подобное, чуть позже скажу. Но в основном в курсах идут макетный способ создания лекал при помощи скотча, то есть снятие с манекена. Как поступить, если у вас нет манекена, сейчас в следующих слайдах скажу. Ткань основы. Что нужно именно под корсет? Ткань основы, дублерин, косточки, ригелин, чашечки или поролон для создания собственных чашечек. Что лучше выбрать, чашечки или самостоятельно сшить? Чашки в продаже обычно идут такие, знаете, более острые. И очень тяжело сделать лекала под них, но если вы делаете если вы используете готовые чашки, то лучше их накалывать прямо на манекен и поверх уже делать снятие лекал, то есть уже с использованием этой чашки, чтобы форму придать именно этой чашке. Поролон, конечно, более плоский дает, более натуральный вид. То есть, если про вид говорит, то лучше делать именно самостоятельно чашечки. Юбка. Если в 13 и 14 курсе у нас идет юбка солнца, в 13 идет просто солнце, в 14 солнце со шлейфом, то в 24 курсе у нас идет прямой силуэт, расширенный к низу, и со шлейфом, со вставкой треугольника, 70 сантиметров шлейф. Такой небольшой. Четверо детей, ничего не скажешь. Сейчас покажу картинки предыдущих участников. Это у нас третий корсет. Я закину картинки топовцев. Для чего? Для того, чтобы вы посмотрели, на что опираться, от чего отталкиваться, что делали девчонки в предыдущих марафонах. И посмотреть, на что вы способны. То есть у нас второй корсет. У первого корсета топ-10 не было, потому что он был прям в первый год, в 19-й, по-моему. Там все еще не в таких масштабах проходило, как сейчас. То есть там участников могло быть столько, сколько здесь в топовцах. Что же делать, если нет манекена? Речь больше про новичков, которые еще вообще не шили. Способы создания лекал. Это методом построения. Построение тоже будет. Зальете уроки прямо на бумажке, кто хочет вот прям вот построение делать. Второй метод – это снятие с манекена. И третий метод – это снятие с человека. Внизу видите, я показываю на манекене, но этот метод с тканью можно прямо на человеке сделать. То есть все три способа есть, поэтому если у вас нет манекена, вы тоже можете, в общем-то, участвовать. То есть не волнуйтесь, не бойтесь. Да, наличие
манекена, конечно, это огромный плюс, но все же, если сильно хочется, можно и без него быть. По итогу, ценность самого марафона. Стоимость марафона 1800, но ценность всех трех курсов в нем в сумме будет 12100. То есть каждый курс это от 3 до 4 тысяч рублей. Поэтому вот так. В чем разница между курсами и марафоном? Частый вопрос. Курсы даются навсегда. Марафоны даются на 6 месяцев. И также в марафоне вы должны участвовать шить в сроки. То есть есть 2 месяца, вы должны шить в этот срок. Вот в чем разница. Старт марафона 1 июля, итоги 1 сентября. На пошив платья требуется 2-4 недели, но дается 2 месяца с учетом того, чтобы кто-то живет очень далеко, заказать ткань, чтобы она успела прийти, в себя прийти, подумать, понять там и тому подобное. То есть это идет больше на подготовку дополнительное время. Победитель выявляется у нас методом голосования внутри группы, то есть сколько участников будет, 50-100, допустим, да, дошли до конца половины, либо 30% участников, 40 человек, допустим, из 100 дошли. Голосовать могут все 100, и лидер этого голосования, соответственно, становится победителем и получает сертификат на покупку материалов на 10 тысяч рублей в нашем магазине ткани Lace. Также за 2-3 место получают девчонки сертификаты на сумму 5 тысяч рублей. И еще дополнительно я добавила такой приз, как победитель... лидер десятки, то есть тот, кто займет первое место в десятке, но фактически в таблице второе, у нас станет членом клуба дизайнеров. Опоздала. Да, я уже закончила презентацию. Так. И немножко расскажу про данное платье. Я его шью тоже на кутюр по-русски 4. У меня все вот в этих оттенках будет идти. Думаю, вплести еще зеленый. Похоже, корсет начинается тоже. Он очень похож по расположению. Здесь вот идет такой вот такой бисер-рубка красивый. Сколько кружев здесь идет? Корсет ли это или нет? Это не корсет, это техника наколки, но с имитацией корсета. Корсет – это значит вырез сердечка. Здесь нет чашек, то есть здесь их и не будет. То есть это на голое тело, рассчитано на грудь, которая не требует поддержки нижним бельем. Здесь 3 вида кружева плюс ручная вышивка. Здесь вот это место, это ручная вышивка, все остальное это кружево с межзаполнением бусинами в промежутках. Какие же кружева я использовала? Здесь идет кружево, вот это вот зелененькое, это вот такое вот. Создание лепестков идет за счет вот кружева фиолетовый с зеленым. Далее идет фиолетовое внутри кружева. Это вот такое. Тоже оно расшито, и межзаполнением я заполняю уже вот такими вот бусинами. То есть размером 4, 6, 8 миллиметров. Нет, 8, наверное, не используем. Дальше внизу идет от грубой вышивки в тонкое кружево. То есть здесь очень интересное сочетание идет. Это вот данное кружево. Здесь только оно плотное, а я использую нижнюю его часть, где все вот так вот подсвечивает. То есть уже вот эти фрагменты буду использовать на следующее платье в коллекции. То есть так тоже можно. Разные запчасти от кружева, если использовать на разных платьях, они будут казаться разными. То есть густую вышивку на одном платье, тонкую на другом. И это и будет их связывать между собой, но и делать немного разными. Здесь это тоже ручная. Здесь даже есть несколько крупных кристаллов Сваровски. Все остальное — это Китай.
объемные листики делаются за счет нескольких слоев фатина. То есть вот такая форма держащая. Там еще фатин дополнительный. Спинка у меня еще лысая, еще не делала. Это, кстати, переделка с 28 курса, потому что курсы в основном я делаю, ну, стараюсь делать проще, чтобы тот, кто только пришел, они в шоке немножко не были, что происходит. В общем, так бывает такое, что что-то не понравилось, раз переделал полностью платье. И от старого курса получилось только осталась вот эта часть. Все остальное полностью я сделала на замену. Так, почитаю немножко. И были ли вопросы? А что за зеленое кружево обалденное? Кружево есть в наличии, только зеленое кончилось, есть с серым оттенком. Серо-фиолетовый. Не зеленый, а серый оттенок. В ткани лейс можете увидеть. Просто там не разглядишь, как это смотрится в изделии, как это смотрится в полотне. Это немножко разные, как бы, вещи. Грудь красивая. Вот здесь. Так. Второе, третье место в группе по голосам буду... А, да, спасибо, что задали вопрос. Все знают уже, что десятку выбираю я, топ-10, то есть будет разбор марафона, и, соответственно, будет тот, кто дойдет до финала, то есть кто пришлет фотографии, будет разбор, то есть все недочеты, всю похвалу, все вы услышите. И голосование выбирается лишь один человек, который получает там главный приз, да, но вся остальная десятка выбирается мной лично, то есть десятку выбираю всегда я. И распределение первого, второго, третьего места тоже делаю я. Соответственно, второе и третье место, которое указано, это в топ десятки первое и второе место. Соответственно, первое место в топе и второе место в общей таблице получает два приза. Он получает сертификат на 5000, плюсом становится членом клуба. Так, понятно, надеюсь. Я вас всегда запутаю. Так. Опоздал, да. Да, уже конец. Здравствуйте, я бы хотела платье с фатин велюр. Пожалуйста, мне даст совет, чтобы было длинным сверху, закрытый и пышный. Не совсем поняла, что написано. Напишите, пожалуйста, в директ. Если вам нужна консультация именно по тканям, в ткани пишите. Роман у нас везде отвечает, но если вам нужна именно консультация по смешиванию или подбору, то прям не стесняйтесь, говорите, можно, пожалуйста, посоветует мне, Евгения посоветует мне и поможет. То есть я тогда подключусь к переписке и, конечно же, помогу. То есть есть какие-то вопросы по совмещению, пишите, я помогу собрать, либо подсказать. Спасибо, сохраню. Угу, так, все, тут вроде бы. Остались ли вопросы какие-то, девочки, напишите, пожалуйста. Я закончила свою тему. Так, сейчас. Этот корсет 14 еще вам достала, чтобы показать немножко изнанку. То есть вот 14-й корсет. У него по изнанке может идти либо гипюр, либо подкладочная ткань, но я выбрала это шантилье, поэтому в подкладку может быть все что угодно, что вам нравится, что будет смотреться красивее. То есть вот такой момент. По бисеру тоже я использую только рубку, только тоха. Видите, как она смотрится красиво. То есть как драгоценность какая-то. И вот чем больше элементов вы между собой совмещаете, тем красивее смотрится. То есть корсет можно, по сути, сделать практически драгоценным. Драгоценным корсетом. Первого июля старт. Желательно до 1 июля и вступить. Все, что там у кого-то по... Можете забронировать пока тогда. Если у кого-то там зарплата чуть позже или что-то подобное, то напишите в директ, Роман как бы, ну, всегда поможет.
Смотрите, обычно такое спрашивают в детских, потому что могут много настряпать, да, но потом не очень истории получаются в плане того, что три изделия закинут, непонятно каких там, какое-то забудешь, выложить обижаются, хотя, ну, как бы, одно изделие я вообще прошу. То есть из-за этого не очень я люблю, когда по несколько работ присылают, вот. Лучше одно. Платье должно быть определенного размера? Нет, платье может быть любого размера, так как здесь нет... в топ-десятка, то есть не входит, да, на показ там или куда-то, поэтому здесь нет таких ограничений в размера 42. То есть, когда приз идет именно подиум, то для топовцев такое бывает. Но в этом году уже не будет. После старта 4-го сезона, возможно, будут марафоны, чтобы попасть на сам показ. В этом уже лимит закончен, поэтому я не могу такие призы в этом году уже делать в учебном. Можете делать 44-й, 46-й, без разницы. Какие привилегии у членов клуба? Первое, что при вступлении, что получает член клуба, это доступ ко всем курсам. Ко всем. То есть, если посчитать всю стоимость каждого курса, то это будет более 60 тысяч. Далее, участники могут участвовать в марафонах бесплатно. То есть, это второй бонус. Третий бонус – это 50% на скидка на очные мастер-классы. В год у нас проходит от 5 и более мастер-классов. В этом году, после учебного сентября, начнутся мастер-классы в Воронеже, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Возможно, что-то будет добавляться, но пока вот 4 города указано. Также размещение постов в клубе, то есть с отметкой «на вас». Стори с отметкой на вас, то есть такая некая реклама всех участников, в числе членов клуба. Если нас слушают клиентки, невесты, кто ищет своего дизайнера, вы можете пройти на клуб, подписаться в ленте, найти любого понравившегося дизайнера, пройти по ссылке к нему и делать заказ своего платья. То есть в целом клуб рассчитан на соединение клиента с дизайнером. То есть там вся малина. Вся малина дизайнеров со всех городов, со всех стран. То есть не только Питер, не только Россия. То есть есть все. Да, мы в Крым хотели, но как-то так не добрались. Возможно, что-то я даже... А, и забыла про членов клуба еще. У привилегий у членов клуба еще 20% скидка в магазин ткани Лейс все время, всегда. Еще вот такая классная функция. Так, ну все, если вопросы закончились. Вопрос про кружево красное пропустили. Не видела. Я ж... Еще раз напишите. Я шью, мне говорят, что я хорошо шью, и мне говорят, что я шила на заказ, но я боюсь, посоветуйте. У вас страхи, связанные с качеством пошива, я правильно понимаю? Если вам сильно страшно шить на заказ, шейте не на заказ, шейте на прокат, либо на продажу. То есть, когда у тебя нет временного срока, что вот через месяц ко мне придут, и чуть ли не с топором, если не понравится платье, будут махать. То есть, чтобы уйти от этого страха, лучше шить пока на прокат, потому что за прокатному платью таких претензий не может быть. Главное, чтобы оно было красиво, а как оно сшито, без разницы. То есть это один из способов пройти страх. Опять же, это если кто-то говорит хорошо, кто-то говорит плохо, это уровень насмотренности ваших клиентов. Кому-то хорошо все и на китайском рынке, а кто-то настолько... с претензиями, то есть вы ему не угодите, и никто ему может не угодить совсем, то есть к нему на козе не подъедешь, грубо говоря. Эфир про страхи, кстати, очень скоро хочу провести, вот, приходите, очень полезный будет.
красные кружева в ткани лейс. Да, мы потихоньку заказываем, но красные кружева везде у поставщиков даже закончились. То есть то посылка куда-то не туда ушла, то еще что-то, какие-то проблемы именно с красным. Ну, конечно же, у меня стоит в задаче его привезти, поэтому будем заказывать точно, если найдем. Я не знаю, что с ним. Говорят, что он не в тренде, поэтому он заканчивается точно так же, как с белым кружевом. То есть есть молоко, белого нет. То точно поэтому же. Потому что он в мировом рынке вышел из тренда якобы. Но мы же знаем, что красный никогда не уйдет из нашей жизни. Привет из Вильнюса. Привет. Будет, будет. Может быть, не завтра, но точно будет. Клиент с требованиями тоже дает определенный опыт. Да, когда клиент тебя вводит в стрессовую ситуацию, и ты каким-то чудом все-таки выполняешь эти задачи, ты потом себя чувствуешь супергероем, что ты на все способен. Это тоже очень круто, потому что все какие-то негативные когда моменты случались, которые вот в стресс меня вводили, после этого я себя гигантом начинала чувствовать. То есть очень круто, очень там у меня самооценка в итоге поднималась. Так, все. Буду завершаться. Всем спасибо, кто сегодня со мной был. Всем пока-пока.